Лалка глупая. Сам ты лалка, блин. Будет, конечно, подлагивать, раз уж ты такой лалко. Сам лалка. У меня что-то игра начинает подлагивать слегка. Причем FPS не падает. Сервер залагает просто без причины. У тебя просто серьезнейшее преимущество сейчас передо мной. Нравится мне эта мелодия. Лет, как ты там развиваешься? Наверное, уже построил, да, все? Естественно, я все построил. Куда я без этого? Нет, да фиги. Нет. По-моему, да. Нет. Блин, ну так тупануть, как я это сделал сейчас. А, вот всё. Та-та-та-та-та. Батя, мочи. Ну, ребят, ну вообще атаковать умеете? Батя, тащи. Блин, я слил, что уже производишь все. У меня железо мало, ну мудак же. С ним самоги. Слушай, они реально атакуют? Тут да. Кто? Мои самолеты.
Build more metal storage. Та-та-та-та-да. Additional energy storage is required. Я думаю, по миру. Чё тебе там по мирному? Ты думал, будешь по миру так мудак нападать. А чё делать-то? Ну блин, я же на тебя не нападал. Знаешь, обид. Даже металла не так. Опять мой корабль уничтожил. Я вот так долго строил. Ну что поделать-то? Что-то надо тебе вырубить. Себе вырубить.
Нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 горячей крови. Is low. А, кажись, нет. Не, я сейчас сдадусь, если значит. Смысл дальше играть, если я проиграю. Не знаю. Смысл мне играть дальше. Если ты выиграешь, а? Абсолютно нет никакого. Ну, так опять. Нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 горячей крови. Fire.
Under attack. Under attack. Taking fire. В этот раз ты победил, сова.
Thank you.
Что ты пишешь? Это я не тебе писал. Просто так получилось, так фартануло. Не тебе, конечно, фартануло. Да ладно. Нам покоя. Гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. Ай, командир, дурак. Сейчас с ним не то. Не то, что от него требовалось, начал делать. А может, я только специально, да, поддаешься. Сделал ты ядерную ракету, запусти. Ничего так будет неинтересно. Ты, возможно, не заметил, но с моей стороны планеты ресурсов нет ни хрена. Нет, если ты мог, ты просто поддаешься так. Forces are under attack.
Блин, ты их снес? Какой я хитроумный план придумал. Та-та-та-та-да. Блин, забыл про самолеты, они подохли. Стенки зачем строишь, что там? Хрена. Ну хочется мне, что тебе жалко, что ли? Хочется пофаниться, ясно. Потому что я для тебя не представляю серьезную угрозу, да? Эх, сова, 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 сова. Что? Что я опять сделал? Думаю, да, буду задрал мои самолетики убивать. Датские турели, почему они не стреляют? А я слишком далеко. По-моему, достаточно так. Ты ему тебе сказал атакуйте, они... Мудак. Блин, тупая хренота. Действительно, тупые как по ней. Я сказал, друг, не, я уж сяду. Ну не так.
На-на-на-на-на. Пу-пу-пу-пу. Почему они атаковать не могут? Ну да и... Ну чё вы не... А, ну не стоит. Additional metal extractors required. Смотрю, сова не Ваньку валял. Что? Хрен вообще. Чё. Да, чё так вызвал, чё так вызвал, чё? Эй, я только что заметил, что... Мудак. Ну, давай начнем заново, или я сдамся. Давай заново начнем, согласен. Я не могу играть, у меня ресурсов совсем нет.
даже поблизости. Да что ты, еще тебе бы не захватить? Трудно что? Трудно что? У меня нет поблизости вообще никаких ресурсов. Этот худощавый. Но он же есть 2, 3, 4 там где-нибудь. Вон, дофига. У тебя до хрена, у меня нет. У меня они все далеко и в малом количестве. Да ты мне все уничтожил. Задрался лично. Здесь то, что у меня самое пустое, то уже мало. Что нет больше пространства. Сознался? Еще нет. Ну ж сильно чупай. Нет. О, давай вот. Как мы уже играли на такой вот. Ну давай. Вот на такой. Поиграем. Жми готов. Я нажал. А, да. Строится планета. Что это вообще значит? Это что постройка? Что думаешь, они сами просто так взяли появились? Они из постройки, из частичек всякой. Серьезно, что они так долго строятся? Че они так долго строятся? Игорь. О, все. Да. Фами. Я же другого, я же первого самого. Мне насрать. Ты синие или красные планеты? Подожди, у меня пару зачем. Синие или красные? Какой ты пенелюбий. Разумеется, чай падает. Синяя или красная? Синяя. Ок, я возьму красную. А какая именно, это неизвестно, да? Да. Сейчас, подожди, я подумал. Ага, вот сюда. Юза. О, кто там тебе говорит? А, би. Это читы у меня говорят. Био, ты что там говорил, у тебя классное железо? Чё? Био, ты что там говорил, у тебя там классное железо? Для меня оно классное. У меня идет на минималках, что 3,2 Гц. Видеокарта 7700. Ну давай играть. HD. Давай играть, еще так. AMD? Ну, Хайды. Если ты не знаешь, что такое Хайды, то у меня нечего. Если не знаешь, что такое что? Шторм. У меня, конечно, нету. Ты мне скажи, что за Хайми Тайни. А, у меня оперативки хватает. Ну, скажи да, мне, что это такое, что за Хайди, Шмайди. А, ну нужен 4-ядерный процессор с 2,5 Гц. На и... что, на Planetary Annihilation? Опять. А. То есть у тебя нет сейчас компа? Ну и лох. Нет.
него есть нинские ножницы. Украинцы с ДНР и ЛНР, они объявляют, они нарушают перемирие, короче. Уже погибло 5 человек. Давай минуты молчания, пускай. Понимаешь, что если они это услышат, те, кто там, не знаю, тебе пожелают, наверное, не очень хорошо. Мне так кажется. Знаешь, за что их убивают? Ну а я что сделаю, ты мне скажешь? Нет, знаешь, за что их убивают? Ну за что? За то, что они знают русский язык. Ну ладно. Может, потому что ты хохол? Татар. Шутка. Реально классно. Не понимаешь, Био, мы сейчас с Савой играли. И расклад был такой. У нас выпала карта, там один маленький спутник и одна большая планета совершенно пустая. На этом маленьком спутнике Сова выбрал сторону, где дохрена ресурсов, а я выбрал сторону, где ресурсов мало, и они далеко от меня. И в итоге я ему, ну как, я ему просрал бы, если бы просто не сдался. А так я просто сдался и просрал по этой причине. Ну ничего, теперь у меня ресурсы есть. Нет, ты чё не достроил, а ушёл с работы? На работу пошёл. Новый русский поймал золотую рыбку. Она ему говорит, пусти меня, твое желание исполнить, рыбка. Вот есть у меня квартира в Москве, а вилла на Канарах. Построили меня автостраду, чтобы я мог быстро из квартиры до виллы добраться. Ну даёшь ты. Это же очень тяжело, только представь, как нужно бетон и асфальт, лучше это горячее выживание. Ну ладно, вот у меня было 4 жены, все как сыр, маски катались. При этом был вечно чем-то недоволен. Ничего не понимаю. Научи меня понимать женщин. Тебя-то странно, 4 или 6 полос. Две полоски. Это не автозавод. Так, ты строй. На работу. Строить пошел. Играем в игры, а именно в Planetary Annihilation. Даже стримим, можешь посмотреть на моем канале. Ну, правда, ты увидишь только что у меня, а то, что у Савы ты не увидишь, но... Блин, меня просто прикалывает Нортон. У него любимое сообщение — это высокий коэффициент использования ЦП. И, короче, прикол в том, что он иногда сам на себя это пишет. Типа, высокий коэффициент использования ЦП в Нортон 360. Да, он там 50 снимает, пиздец. Так, ты притормози, браток. Прости. И ты остановись, штука. Думаю, новую форму России почту. Че сказал про Россию ты? Грязь по ногтям. Форму почты России видели? Да. От фашистки не отличается ничем, кроме символов. Ну, знаешь, как тут туповато немножко видишь. Thank you.
Твоя сова. Что? Знал, что такой вторая такая хуйня, что справа. Ты знаешь, что лагать надо меньше? Да, понял ты, петух. Кто это мне говорит, а? Не, курица петух. Курица, если зажать правую кнопку мыши, не отпускать ее, зажать левую, после того, как отпустить правую, пистолет выстрелит, всех будет сразу. Знал? Ну ладно. Чего еще? Короче, в реальной жизни, если ты нажимаешь на кнопки мыши, пистолет стреляет. Пау, ты. Да ладно. А мне рассказывали на наш дискорд, что если прицелиться к кому-нибудь и сказать пиу, то он так, рука твоя быстро. Не успели, пацаны. Иди на Донбасс, там, ой, как много стреляют, там пиу-пиу делают. Знаешь, не пойму. Не хочу. Не, у меня друзья играют из кафу, не нужно. Ты вообще-то знаешь вообще? Ты что? Что ты петуха? Что ради, вы можете... Строить. Черви, строить, я вам прикажу. Я им тоже. Бля. Ну, кстати, кейсы дешевле стал тут кейс. 200 рублей. Я играл, так и не выбил там. Кстати, дороже, по-моему, стал. О, 18 рублей. Побольше бы таких обновлений, что каждый день. Вообще-то, это просто было добавление. Это что-то значит. Это значит, что ты петухай. Значит, какая смешная шутка. Пизду в Comedy Club, Петросян, блядь, куриный. Куриный твой супчик, понял? А что, вкусный супчик, блядь. А био невкусный, а? Ну так как он, как био так сильно может быть вкусный? Не знаю. Он может быть вкусный. Но он даже не старается. Он даже лейтенант, не называет блядь, меня крёстным. Крёстный. Какой-то лобатый. Себя прекрати. Это сейчас мне напомнило, как есть мультик Girl Chan in Paradise или In the Что Paradise. Это? Ну это, короче, пародия на все аниме. И там в какой-то, в третьей, по-моему, серии они встретили какую-то девушку, чувак говорит, она прекрасна. Не, он что-то там типа такая, она... Что она? Ну что-то типа, она прекрасна. И другой чувак так говорит, ты сказал это только потому, что она привлекательна. Он такой, да, именно чё? Это я и сказал. И чё? В общем, посмотри на YouTube Girl Chan in the Paradise. Я тебе не буду писать, попробуй это по-английски написать сам. У Миксин 4 сердца, 2 мозга, она на зря есть череп, но нет позвоночника. Да мне вообще насрать. О, прекрасно. Блин, насколько я шикарное место нашел, чтобы построиться. Блять, сначала прочитал Виагра, но потом выйду в Стрелкрафте. Есть же какая-нибудь Вайра. Не, вообще срано. Вот это лесоруба, а. О, господи. Не убивает, когда... металл у меня в плюсе, а мне говорит женский голос типа insufficient metal. Скоро старый Новый год. Скоро новый Новый год. Еще какой смысл праздновать старый Новый год?
Чтобы когда нажраться, отпустило, чтобы. А остатки уже салата-то нужно доедать. Вот еще раз нажраться и салат доесть. Так, а вы, ребята, мне построите настолько важную вещь, настолько мною любимую, что я даже вам позволю ее построить. Синусы. Я знаю, как. Синусы, косинусы, блядь, тупые. Прям как ты. Ой, какая шутка. Я хочу 80 или 90. А, понятно. Ты хочешь вернуть свой 2007? Верни себе нормальный компьютер. Да, понял ты, пес. Смердящий. Да я лучше без компьютера поживу. Потом не будешь 20 лет себе куплю компьютер. Что ты будешь делать в нем? Отжиматься. Буду. Сначала выучусь. Есть баб 90. На проктолога. Какого жопа проктолога, блин? Игра слов. Ну, не совсем игра слов, но забавное совпадение. Это совпадение, не думаю. А ты умеешь? Yes. Я умею. Серьезно? Я же тебя обновил, ну ладно. А да что это? Yes. Так и все. Так, вы лоботряс помочь. Ты что ты? Зеленый экран, блядь. Серьезно? Да. Ты не тот стрим смотришь, дятел. Здесь он всегда зеленый экран. Блин. Ну вот. Metal Extractors им required. Где тот? Будто они мне тут required. Так, а чё я обычно строю после этого? А, во! То, что я забыл построить. Хотя следовало бы сразу это сделать. Вот это, блядь, дыбали за человека. Слышь, а где тот стрим, алё? На Твиче. Не леньте давать ссылку, потому что... Ты ли, хуёк. Короче, смотри. http://// сейчас записываю. Блядь, нужно ноутбук отодвинуть. Он уже ищет. Чё, будешь записывать? Ущербный этот ноутбук. Записывать будешь или нет? Сейчас клавиатуру поставлю. Я лучше, блядь, Twitch пишу. Да, Twitch, там Red Black Dish, там можешь смотреть трансляцию. Там точно есть трансляция, видимая. Чё, сова я уже? Чё? Сова уже это... тестировал. Что я? Сова не тестировала, я уже тестировал. Мы с Совой играли там пару раз, я твичил это. Твичил, ну вас. Твитан. Ах ты говно. Что ты это? Когда успел вообще? Тогда надо. Надо, собственно, мне без разницы. Сейчас ты огребешь слегка, мягонько так. Че, ты сейчас запустишь эту пушку, да? Банально. Аркит обнаружен. Фоломитатор. Аркит уничтожен вообще-то. Что-то такое, вирус там, с каких пор. Чё так лагает, блин? Что именно лагает? Комп или стрим?
Да вообще все. Там стрим у меня 3000 битрейт. Надеюсь, понимаю, у тебя интернет не медленный. Энергетических штук поставим. Ну, сколько? Много. Четыре продвинутых штучки. Что-то про... Не знаю даже, как ты вообще живешь. У тебя аж четыре продвинутых штуки-дрюки. У тебя, наверное, дофига. Нет, ты чё, у меня вообще половина только есть. Окей. Как понизить качество? Качество там вроде есть так же, как на Ютубе. Хотя я замечал, что я у себя, когда смотрю свой собственный стрим, качество понизить не могу. Там разве нет 720p и там такая штука, типа, понизить качество? Нет, так. Ну тогда никак. Тогда попробуй эвака не запустить. Да ну нахуй. Бомбану. Сова надежная. Сова. А что, не грузится? Да, в этом смысле да, надо. Я, к сожалению, битрейт не могу уменьшить во время стрима. Да и качество будет не ахти. Я, кстати, заметил, что почему-то больше детализация меня занимает меньше этого. То есть у меня лучше все идет. Я даже КС спокойно стримил. Там, кстати, можешь посмотреть мои записи. В профайле. Так, вы, ребят, что вы мне сейчас построите? Вот это вот неплохую, очень полезную против совы вещь. Нет, стоп. Другую штуку, которую сова построила, я что-то тупанул. Южный парк большой, длинный, не обрезан. Какая шутка. Хо-хо-хо. Правильно ли вёса? Ожидание по подключению совы к стиму. А, не-не-не, он вообще не сможет стримить. Так что на это можешь забить. С собой не сработает. Со мной все сразу. Нет, у тебя тоже будет зеленый экран. Спорим. Но если у тебя будет не зеленый экран, то у тебя будут сильные лаги. Причем как в игре, так и на стриме. Давай, бью, посмотри пока. Слушай, да он так. Ну, 2015 год, год филина. Ну то есть. Отлично. Савы. Сосны. Ха. Какая шутка. А, ну боже. Нихуя себе. Что? Тум нахуй. Откуда ты? Не знаю. Тяй штанов. Пол ты, а? Понятно, что там люди, это у. Слушай, сова, я что-то не понял, как ты меня так быстро нашел? Ой. Слушай, сова, я что-то тупанул даже слегка. Как? Ну я даже не буду говорить, как я тупанул. Заса. Поверь мне на слово. Мне просто надо было быть чуть умнее. Так, это хрена тень пусть строит мне. Это хрена тень. А, не такая. Да! Как хорошо, когда домашку сделал. Все сделано сегодня. Можно просто сидеть. И фигней страдать какой-нибудь. Как это делать Сава каждый день? Потому что он клятый москаль. Зажрался в своей Москве. Конечно, тут целый день вообще ничего не делал. Какой нахуй в Москве? В такой. Московской. Ебать.
Так, вы втроем в хреновины. На помощь. Бум-бум, Power Rangers. I used to wonder what friendship could be. Бум, Power Rangers. And you all share that magic with me. Big adventure, танцы. Давай, спам свои пушки. Чё? А, давай, спам свои пушки. Я жду. О нет, сова, ты уничтожил мои спутники, не? Это чё? А, ты уже на меня спутники, да, послал? Да, они либо не долетели, либо ты их сбил. Ты их сбил. And you all share that magic with me. Чё-то прицепился ко мне песня эта. Хорошая, с другой стороны, песня. Я бы даже сказал, прекрасная. Так, я не понял, что эти квнаеды ничего не делают. Ты чё там, слышь? Ты задрался, спутник. Какими спутниками? Мудацкими. Так, вы три черта. Сняли дальше. Золотая кровь. Ему. Считается, что кровь первой группы является универсальной. Да, вот только им перелить могут не каждую кровь, только какую-то. А, только первую. Хотя нас... А людям с четвертой группой крови можно перелить любую. На самом деле вся система более сложная. Знаю, что четыре группы крови. А, А, Б, Б и О, Э. И О. Двух F-факторов. Не, ну ты просто не знаешь, вот и говоришь. Если бы ты знал, ты бы не говорил. Кровь, которая не попадает в систему АВО, считается редкой. Найти донора практически невозможно. Вот видишь? А я резус. Бывает резус 0. Она не содержит никаких антигенов. О нет, сова сбил моего аркида. Эти люди без резус золото, они могут стать спасителем для многих, но для... Так, я не понял, где эту хрень построил? А нахрена ее там построил? Блин, я не то построил, что хотел. Ну ладно. Главное не забыть про эту хренотень. Так, вы черви. Это не порядок. And magic make it all complete, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Вот не пойди. Чт, я не понял. Чего не понял? А, все, теперь понял. Пока не восстанавливаю энергию, такая хрень будет. Energy is low. Есть факт, что люди как-нибудь подмечают.
Блин, да хорошо сходу тимерку. О, АМД поставил мой процесс. А, вышли. АМД вообще валит, если ты не знал. 7600 50к. Слушай, вообще недавно выпустили 12-ядерный компьютер. И баб зачем? Че, батла прям вообще работает? Так, вот это мне не будет она работать. 1,2 Гц. Как? Не будет работать? Нет. Ты представь, 1,2 Гц шарахают по 12 ядрам. Чтобы их вообще всех запустить, нужно разгонять каждый раз. Это может привести к спалим. Нет, сова, что ты наделал? Нет! Нет! Сова! Чё происходит? Он мой спутник сломал, представляешь? Такой я звук издам в честь этого. Если вы проиграли пистолет... Во втором раунде возьмите ТЗ и первое броню, все равно вы сможете выиграть раунд. А если нет, то третий раунд у вас будет достаточно длинный. Чуть не забыл. Самое важное в истории этой игры. На всего ты меня. Пио, а ты used to wonder what friendship could be? No. Ты когда-нибудь бывал такое ощущение, что we all share that magic with me? Сова. И чё, вот только делать не чё мне охота делать, не слушай. Тебе настолько делать нехуй, что ты шейдера на Half-Life 2 установил. Это не шейдер, это графон, мудак. Сова, всё, что ты изменил, это у тебя есть Lens Flare, всё. Может быть, ещё у тебя монтировка почему-то слишком высоко в руках. Нет, вы просто слепые, не видите графончик. Да, мы такие слепые и тупые. Хорошо, что да. Добрый дядя Сова нам об этом рассказал. Франция опасается угона Мистрали российских поляков. And magic makes it all complete. А, да, все, я понял, что мне нужно. В первую очередь. Знаете, какой самый распространенный цвет нового карандаша? Самый распространенный. Ну такой не знать, это в деревнях жить. Сова. Что? Какой? Чё? Самый распространенный цвет цветного карандаша. Мне наплевать. Черный. Блять. Правильно, потому что если пользоваться не простым карандашом, так черным. Да колебаний нет.
little pony. I used to wonder what friendship could be. Wow. Anti-nuke installation construction schmonstruction. Я не то сделал, что хотел. Эти хреновины сюда. Эти. My little pony. Немцы применили против русских две осадные пушки Первой мировой по 420 мм калибра, 800 килограммовых снарядов, которые проломали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. Рамка такого взрыва была 7-метровой глубиной и 15 диаметром. Но русские не сдавали. Так, пора бы сделать кое-чё. Где мои боты? Я чуть не помню, куда они делись. Взяли и исчезли. Сова, они просрались с тобою. А, вот они просто в кучке такие. Огромные. А! Мертвые охранники, точно. My little поняшки. I used to wonder what friendship could be. Это просто гениально, то, что я делаю. Жаль, тут нету кнопки такой полезной, которую я так люблю. И как уезжаешь? Ну, клёво, такой модный. Ты про такую не слыхал ни разу в жизни своей. Не подумай нечаянно, что в своей. Ну что еще расскажешь? Интересно, да? Ну, чё-сь расскажу. Как-то клёво выглядит, лучше приблизить, пока не поздно. Эй, чё за говно? Сова, походу сервер завис. Да, подлагиваю. Наверное, это я виноват. Но мне не стыдно. Стыдись. Все, слава богу. Сейчас дойдем. Да, все. О, все, вернулся нормальной скорости. Наконец. Ну, Сава, ты скоро поймешь, почему все было в слоумо. И ты не сильно обрадуешься. Ты тоже сейчас не сильно обрадуешься. Я не уверен, что я расстроюсь. Ты очень расстроен. Не уверен.
Little Pony, так, что там на нужен мне? Био, ты вообще смотришь стрим? Ха, сова, только не говори, что я должен был расстроиться из-за маленькой армии ботов, которые ты в меня отправил. О нет, на меня что-то напало. В том-то и дело, что она большая. Ну какого хрена, ну чего вы такие слабые? Ну убейте в эту турельку маленькую. Ну тупые. Серьезно, это все на что-то рассчитывал? Если да, то я тобой тупые. Не рад. Это что здесь, они такие тупые? Тупые, честно. По ним с окутанными хорными кругами русских батарей стало бить, казалось, уже погибшей артиллерии. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка. Ничего подобного мирового искусства не знало и сражения вашего. Это так. Пункт играл, у меня тут радары. Почему они продвинутые? Сова, прикол в том, что ты их видел, но ты их видел, как когда они... Какую хрень на мне, вот какую-нибудь хрень сообщают, а просто в Англии не мог. Они тебе показывают их на карте, ты мог увидеть, что не показали тебя... мне в ком-то иди. Нет. И... Да, я чуть залагал всю. Это не шейд, это норм. Идите. Сава, что-то тебя бомбалыло, что ли? Не. Я пойду в нормальную гуси. Или... Сава, возвращайся давай. Вот поддашься, тогда возвращайся. А так нет. Нормально играй, будешь выигрывать. Я нормально играл. Ты играл плохо. Я предупредил. О чём? Сам. Мне все лагает из этой, не буду больше возвращаться. Идем в сим. Ты пойдешь? А? Пойдешь синий? Не. Иди в игру обратно. Блин, не надо, что надо. Ни хрена я тут говна настроил. Так, убирай свою армию, тогда я верну. Ты и так уничтожил. Да ладно. У меня и было несколько роботов, которые как лохи сдохли под турелью. Я их не на то направил, потому что турель не видел. И они от нее сдохли. Ты чё, майнкрафтер, чё ли, а? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, возвращусь. Надеюсь, ты там... Не начтерил уже себе боту? Не, еще не успел. Молодец. И до бесконечности. Блин, не помещается. Окей, я вернулся. Да, я вижу. В школе на уроке мира не уступал Сталин, видя, что от его речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить налог от диалог. Хватит лагать, ты достал. Сука! Это ты. Я не понимал, что...
Да какого черта у меня все зовут? Кто это еще лагает? Че, мудак, на меня, боеголовка? Не, боеголовка, это не смешно. Плюс у тебя наверняка есть про. Так, работники сраные. Аркиды могут меня уничтожить? Нет, не могут. Это хорошо. Могут, что ты мне врешь? Могут. А что ты знаешь, там аркиды? Ну да. Все. Да, как только не веселить нашу деды. Вообще-то, воевали. Понял ты, говно. Ты только... Ты, быдло, они воевали. Хотя, да, чё? Давай. Ты чё, мой спутник? Не знаю, вроде бы. Ты чё там, блядь, фактически? Ну ты можешь посмотреть стрим. Увидишь, чё там происходит, где. Я же проиграл, видишь? Ещё не проиграл. Мне, кстати, не понятно, почему... Мои эти спутники ничего не делают. И все, два осталось, они просто висят в воздухе. Блин, ненавижу дикаря. А в 1917 год ловили раков. Раком. На меду. Как интересно, раки на меду. Наверное, очень вкусно. Сова, нахрена? А, мне показалось это. Мне уже второй раз показалось, что ты сам в себя стреляешь своими солдатами. Оказывается, это я в твоих солдат стреляю. Ну да, это туалет, мой. А я даже не нападаю на тебя. Ну, да. Твои солдаты туповатые. Так, тут же все есть. Обожаю эту игру. Сова. Сова. Сама. Скушка сама. Так, эти три черта. Просто такие ленивые говноблеты. Блин, это весело. Сова! Что? Я лагаю? Лагаешь. Да. Лагаешь вообще как петух поганый. Ой, что ты? Так, это... Где еще, где еще, где еще, где еще? О, вот. Нет, не оно. Я же построил много. Ёп. А не, я построил всего две штуки.
И вот как-то вот. Это что сейчас было? Кто разрешал? Так, а вы чё бездельничаете? Продолжаем работу! Я обожаю эту работу. Са, представляешь, у тебя ещё целый один якорь на твоей планете. Вообще-то нет, там больше якорей. Нет, один остался. Он твоих солдат добил. Что там у нас за ситуация на... Ну ладно. Сойдет. Что делать дальше? На работу пошли. Вроде как-то так надо смотреть. Так что там? О, уж пора смотреть. Клоу, что с ней? Чё? Зачем это запустил? Мне было нечего делать. Вуала, как он... А, все надо. Так, а чё ты там в меня направил-то? Хренату какую-то. Ну ладно. Я-то уж человек не злой. А, так одного строителя я просрал. Что ж, думаю, мой план пора осуществлять. Такой же. Био, ты обязан заценить мой план. Ну, Донский не оценил. Ну, какой же план? Мне ты тут скажешь. Это будет эпично. Если хочешь завести друзей, заведи их подальше. Это охренительно просто. Странно, что... Сейчас Минский, да не... Так, а что у меня, собственно, забирается только... Ну, я догадываюсь, собственно. Черви. Наутилус Помпилиус. Наутилус Помпилиус? Чего? Что? Я ему я... Знаешь, кто это?
Знаю. Группа украинская. Привет. Ах ты сова, говно. Я знаю. А, да, кстати, как я мог забыть-то про твою... Про твою армию. Она уничтожит твои... Да где ты? Почему ты не отображаешься? Я же... А, да. О! Ну чё, забьём сейчас твои якоры. Да, забьём. Так, вы черви. Сава, ты знал, что они не могут атаковать землю? Я знал, я сделал так, чтобы они спутники твои. У меня нет спутников, лашпет. Леонардо да Винчи зашифровал мелодию. Есть, я знаю. Чё, сова, много ты уничтожил всего? Или сколько? Семь чудес советской власти. Работницы нет, никто не работает. Никто не работает, но план выполняется. План выполняется, но купить нечего. Купить нечего, но всюду очередь. Всюду очередь, но мы на пороге изобилия. Мы на пороге изобилия, но все недовольны. Все недовольны, но голосуют за. Но голосуют за. Так, ты штука. И... А, кстати, сова, я что-то прям и совсем и забыл про свой гениальнейший план. И какой же это план? Ну ты на свою планету посмотри. Смотри, что там не так. Ничего там тебе не напоминает? Что там не замечаешь такого необычного? Ничего я там не заметил. Я заметил, что я победил. Мне написали, я победил. Ну, как, ну конечно. Ты вообще-то всосал. Не прав. Ты зачеркнут, у тебя все взрывается. Сова, я даже не на догадался. На самом деле я победил. Не знаю, написано победа ваша. Ну, сова, ничего-то не могу тебе сказать. Да ты...